Короче, друзья, вот такой вот вопрос. Если щенку у нас 1 месяц, то с какого возраста можно давать ему мясо? Вот, допустим, обычную кашу, короче, на воде, там, сечку, ячку, гречку, не знаю, пшеничку, и это, ну, там, может быть, с молоком, то он ел, короче. А так, в основном, целый месяц, но он питается за счет мамы, короче, за счет собаки она его кормит. И вот вопрос, короче. Можно ли ему давать уже мясо или надо ждать еще, короче? Но, допустим, срать он, ну, срет и, короче, каши ест. Вот такая фигня. А так на молоке в основном. Будем благодарны за ваши отзывы и комментарии, короче. Интересует по питанию маленьких собак. Что можно им, что нельзя, короче. Вопрос глобальный. Всем пока, хорошего настроения. Пишите комментарии. Вот такая у нас вот, короче, здесь зима, деревня. Люди где-то дрова пилят, слышно, пила работает. Все, любви, мира, добра, обнял, покеда.